Здравствуйте. Вы знаете, что у меня такой наполненный мой travel-бук, обложка от Ego Libra, и это типа Midori обложка, да, на резинке. Я уже показывала, что я ее наполнила 5 блокнотами и получаю вопросы от зрителей, удобно ли писать на такой толщине. Толщина небольшая, я не ощущаю толщину в этом блокноте. Единственное, что блокноты Ego Libra, они, конечно, раскладываются очень классно и на 360, и на 180. А вот родные блокноты, оригинальные блокноты Travels Notebook, они на скобах, и, конечно, они так легко не ложатся. Я хотела вам показать, вот обзор сделать на Pentel, такую светло-бледно-коричневую ручку, какой описан текст вы сейчас видите. И также вам показала, напомнила, что у меня есть такие от Pepin стикеры интересные, Ван Гог или о природе стикеры, можно посмотреть обзоры. Значит, у меня есть блокнот с просто белой бумагой, и я делаю какие-то случайные записи. Ну вот в подтверждение того, что оригинальные блокноты от Travel Notebook, пока от Travels Company, пока они, ну так, не расписаны, скажем так, то нужно их все-таки зажимами так поддерживать, вам будет удобнее писать. А по поводу того, что у меня в этой обложке 5 тетрадок, еще раз скажу, нет, ничего не мешает, и высота достаточно нормальная. Но я думаю, это именно по причине того, что хорошие сами блокноты от Ego Libra, несмотря на то, что они толстые, они там по 200 страниц один есть. Показываю вам еще раз такую гамму, которая мне понравилась. Palais Brown, это маркеры Штатлер, немецкая марка. Я делала уже обзор на эти текстовыделители. Она называется Text Marker серия Vintage. Есть серый, вот такой вот коричневый, светло-коричневый, и еще их называют библейские маркеры. И также обращаю ваше внимание на вот эту ручку от Pentel, Palais Brown, бледно-коричневый. Мне она очень-очень понравилась, очень приятный цвет, и такая пара образовалась у меня. Если кто любит вести какими-то другими цветами свои записи, вообще постоянные записи, например, кто-то пишет исключительно черными ручками, кто-то фиолетовые, кто-то берет синюю, кто-то миксует. Я, например, вот первую неделю 2023 года сделала серыми, такими грей, красивым цветом, и мне показалось, она очень такая, очень-очень хорошо получился серый цвет. И этот Pentel это японская у нас марка, очень стабильное качество. Сейчас я вам ближе покажу цвет Palais Brown. Это ручки с наконечником типа кисть. Также обращаю ваше внимание, что у Pentel бывают ручки с наконечником таким как бы фетровым, как у фломастера. Но лучше всего брать полумягкий наконечник из такой акриловый. Он акриловый наконечник в металлическом корпусе. Вот он будет работать как ручка-кисть. Можно регулировать от 7 мм от 0,7 толщину до 3 мм нажимом. То есть можно делать и заголовки, и делать надписи. Ну, стабильное, классное качество, и очень часто можно приобрести разные наборы от Pentel. Дальше у нас есть такая марка Tombow, это Вьетнам. Твинтон, название этих цветных ручек, это ручка и фломастер с двумя наконечниками разной ширины. С одной стороны у нас 0,3 мм, очень тоненький такой акриловый наконечник. С другой стороны это тоже такой как фломастер. Ну вот сейчас ближе вам показываю. То есть эти все цветные ручки можно использовать именно для ежедневного письма, как ежедневный инструмент, если вам хочется писать другим цветом, кроме черного.
стоимость ручек Pentel, если где-то вот совсем в каком-то небольшом магазинчике, там ну, могут они по 4 евро быть. Если покупаете наборы на скидках от 12, то сразу же цена меняется в сторону 1 евро за штучку. Мне кажется, инструменты очень классные, и сейчас я вам демонстрирую синий цвет, такой Navi от Twin Tone Tombow. И есть вот этот грей. Грей тоже очень красивый. Я уже даже пишу некоторые вот моменты. Прямо вот грей у меня рабочий инструмент. Я даже взяла их несколько штучек. Стоимость в районе 45 гривен. Да, 45 гривен. Twin Tone — это меньше, чем 1,5 евро. Обратную сторону показываю вам тоже. Можно посмотреть, какая линия 0,8 миллиметра. Они не проходят. На обратную сторону ничего не проходит. Очень хорошо себя ведут на бумаге. По крайней мере, большинства блокнотов. На большинстве бумаги они не проступают. Потому что это чернила на водной основе. Так же, как и Tombow, так и Pentel. Маркеры Штатлер, вот более широкая линия, тоже очень хорошо себя зарекомендовали. Мне кажется, вот библейский маркер, в Библии тонкая достаточно бумага, мы знаем, и она не проходит на обратную сторону. Вот чуть-чуть ближе вам покажу, какая цветовая палитра может быть у вас другая, кроме черного. Может быть Navi, может быть прекрасный грей и может быть Pale Brown. Такие инструменты для того, чтобы разнообразить и чтобы сделать такое уникальное достаточно наполнение. Показываю вам обратную сторону. Уникальное наполнение, дополнение вашего пенала, ваших инструментов для письма или творчества. Это очень классные инструменты, качественные, мне кажется, хорошие такие находки в моей коллекции.